Белорусские лакокрасочные материалы МАФ. Качественные краски для жилых и административных зданий, памятников культуры, медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Колор-студия ЛИК. Улица Маклина, 77. Телефон 20 38 37. Если проблема раздута на ровном месте, то почему недовольных с каждым днем все больше? Кировчане готовятся выйти на второй митинг против строительства комплекса по переработке опасных отходов в Мородыково. Организаторы ожидают, что людей придет намного больше, чем в прошлый раз. Поводом для массового недовольства станет строительство комплекса по утилизации отходов первого и второго классов опасности. Его планируют возвести в Мородыковском к 2024 году. Люди бьют тревогу, ведь под угрозой экология целой области. Жители считают, что переработка химоружия серьезно повлияет и на природу, и на здоровье людей. А вот местные чиновники уверены, что проблему на ровном месте раздувают средства массовой информации. Об этом на днях сказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. По ее словам, в Мородыковском будут утилизировать совсем не опасные отходы, да и не радиоактивные. Правда, какие конкретно, министр пояснить не смогла. На митинге кировчане смогут подписать петицию против строительства в Мородыково предприятия по переработке опасных отходов. Кировчан будут ждать в сквере борцам революции 30 июня, начало в 14 часов.